Коллекция настенных покрытий архитектора Малибу включает в себя образы в духе интерьеров многочисленных домов голливудских звезд, расположенных в Малибу. Избранные растительные мотивы органично сочетаются с различными текстурами, покрытиями и материалами. Мотив, рисующий изящные веточки цветущих орхидей, выполнен на флизелине с опалесцентным эффектом, а сам узор дополнительно украшен бусинами из стекляруса. Искусная имитация покрытия из коры бананового дерева и дизайн – циновка из волокон джута. Геометрический паттерн Осака, напоминающий деревянную ширму или оконные ставни, что как элемент стилистики Востока всегда очаровывает по-особенному. Образы кокосовых пальм в трафаретной технике с инновационной техникой печати. Универсальный мотив со сладким названием Бейлис. Интересные комбинации могут возникнуть с его использованием в ванных комнатах. Украшение коллекции панно с названием Цейлон, выполненное в технике гравюры на мерцающем флизелиновом полотне.